Барбоскины, вторая серия. Вам подписка на канал Деда и Котик. И мы начинаем. Всем привет, ребята, с вами Деда и Котик. Мы продолжим серию вторую. У нас интересную игру Барбоскины. Серия вторая, вообще хорошая. Первая серия, это была хорошая. Теперь мы будем... Потому что мы будем покупать на всякие случаи. Так, мы будем уже продолжать. Это тут. Так. А что? Ну только я пескину, господи. Да хватит, я не буду покупать. Все, мы возьмем себе Генку. Конечно, тот парень. Эй, я не розовый, а Генку. Ауч. Так, все. Это все кто говорил? Так, напишу сейчас. Я кем? Гена, Гена. Так. Так. Так, давайте на самом низу посмотрим. Этот фильм был интересным, сказал мой друзок. Саня, когда они... Здорово! Здорово, здорово. А на диске... Ага, картина, ладно. Здорово! Так. У няди у нас. Так, стоит 20 тонов, поэтому мы покупаем. Так, короче, мы тут снимаем, конечно, вторую часть. Так. Это что? А зачем они нам? Это тут блин. Как собрал? Ого, тут все много. Я сейчас соберу их. Здорово, чуть-чуть. Yeah.
пойдем. Гека! Ну, самый год. Фигни, фигни. Тимоха, здорово. Здорово. Меня! Меня! Давайте не стрессую, косю. Странный какой-то этот. Как там? Зи. Короче, мы просто раз нашли ключ. Просто тут что-то дыма комната какая-то была. А на чего это вообще? Я сильно не знаю, зачем мне что-то. И тут у меня там ключик вообще. А как? А в каком? Так, мне нужен переэтаж или нет? А кстати, а почти чудо вообще зашептать, как можно? Так, короче, может от этого? Если не знаю, что на кьютик, он к чему тут подходит вообще? Зачем мне этот зонтик и кьютик, если это не тот? Тут какого цвета вообще? Надо здорово тебе. Какой цвет вообще? Короче, я вообще не знаю. Так, дизайн. А какого мне выведет зомби? А, нет. А, нам. Потом подключу. Подключу потом. Если этот ключ вообще не подходит, может... Этот подходит вообще. Так, стой, что вообще не так в игре. А какой мне вообще ключ? Это где? Отстойте! Может, какую-нибудь скину выберем и откроем? Давайте попробуем найти. И получим скин деда. Только так, как это сделать? Мне вообще нужно на третий этаж. Только мне не нужен третий этаж. Сейчас проверим. Так. Вот
это вообще какой? Вот есть кто-нибудь оси? Так он от какого оси? Только у нас от какого? Алло, как это вообще найти? А какого у нас Сикача? Подожди. Значит, я из этого. Подожди, давайте проверим. А, свет, свет. Господи, я зависаю. Я зависаю, блин, ребят, я зависаю, блин. Я не вижу. Господи, как мне найти этот чуть? Господи, зависаю я каждый раз. А какой у нас от комнаты? Какой у нас сильно какого? Подожди, это не так. Подожди, это не так. Какой мне надо носить скафу? Вот скафу и куда? Блин, давайте мы тут сделаем. Ну так, вот, и так. Так, что тут покупаем? Так. Все, я тут это покупаю. Я хочу внизу. Отстань. Кстати, а какого Васи ключа? Какого он ключа все? Пушки не видно, но нет. Я физика.
Дядь, а какого носит ключа? Всю серию. Так думаю про Мускин. Ладно, тебе котик на коринку. Ага. Давай проверим. Давай проверим. Попробуй с ним идти. А это. Я не понял прикола. А почему они тут жахнут? Деревья, какие-то с такой бед. Фу. Фигня какая-то. Уходим. Фигня какая-то. Как копать уси? Так он носит какого? Я за себе не понял, что говорит. Что же это? Ну как его найти? Короче, это уси серия. Так, еще. А ты можешь перепрыгнуть и собрать тебя? Так. У нас именно какого, спросите мне? Какого яма? А какая у вас яма? Давайте я спрошу. Дайте мне скин деду. Я. Да и туда нельзя ходить, господи. Да, у нас есть ключик. Тут молоко, можно сходить. Господи, от какого у нас есть, я не понимаю. Господи, что происходит? Ты не найти. Ладно, эта серия подошла к концу. Эта вся серия моя подошла к концу. Барбоскин, Робокс. Всем пока. Новый встреч. Ждите новую серию. Третья серия. Тебе лайки, подписка. Мы начинаем. Всем привет, ребят. Сегодня мы будем играть одну игру по Барбоскины. Я, короче, знаю, как играть. И как пройти. Я, короче, знаю.
пиры. Дача. Пиры дача у нас. И круги идем туда. И тут закопотина. Ну ты не плачь. Сейчас вы все узнаете. Идем туда. Главное быстрее, быстрее, чуть-чуть, быстрее, быстрее, быстрее. Здесь прыг, прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг. И, кстати, возьмем лестницу, лопата. Да-да-да, лопату. Лопату. И идете туда, который мы снимаем. Все. Ты что тут замыл? Так, идем мы туда, вот туда. И вот она, закопотина. Сейчас мы ее раскопаем. Это здесь она подходит на этой. А, это. Ура, дедушка! Как там ракет там делал? Ракет. Как тут отсылка? Ладно к тебе. А ты смотри. Я знаю как. Снова в дачу. На дачу. В Барбоскины. Будем искать. И потом получить скин деду. Все. Смеси. Как его? Постойте, постойте. Мы знаем код и планетяны. Сейчас. Мы знаем код и планетяны. Три, четыре, пять, шесть. Ой. Пять, это раз, два, три, четыре. Лучше не знаю, какой код. Так, скин будет, в принципе. Че это туши? Айо, че это туши? Кто это оставился? Так, поехали. Mm-hmm.
О, у меня провело семечкой. Так. Господи, что я так странно смеюсь? Я не блин, зараз. Все, идем теперь. Так, я тебе прямо вот так. Прямо здесь. Эла. Как тебе пески нравятся? Там пески еще. Мне дали пески носить. Если не дают, все тебе. Так. Все. Вот так. Теперь возьми. А? Что? Давайте, открываем. Зарядки уже 6. Заряжай давай, ставь на зарядку. Зарезается, пусть зарезается. Ты воткнул зарядку? Да. Да, воткнул. А мы, кстати, как скин получить, типа этого деду. Снимай! Ура! Ура, ура! Ты зы? Надо получить. Если получите, ку-ку, если получается. А, это не ключик. Это как ты его засунул? Тебе надо запрыгнуть. И как получить вообще скин его? Вот, открой ротик. Смотри, какой вкусный пирожок. А ёлка! Что? Деньги дай!
Так. Погоняйте, я знаю. Теперь мне всегда сечёно дается. Какой у вас скин, как его получить? Только вот эти персонажи, где тут нету? Как он получился, этот Red Cat? Red Cat вообще. Может, у него какой-то секрет есть, и не знаю. Не знаю, какой. Ладно. Сегодня это все обязательно добавим. Лайки ставим, подписываем. Я не знаю, как получить деду. Я вообще, конечно, на солнышке как-то получить не могу. Скажу всем пока. Скоро встреча. Серия закончилась.